У вас проводятся ремонтные работы на теплотрассе. Работы продлены до 16 часов. Вот так сотрудник единой дежурной диспетчерской службы объяснил эту проблему. Обычно жители и звонят на горячую линию главы города, чтобы решить коммунальные вопросы. Максимальное количество звонков зафиксировано в 2013 году около 155 тысяч. Но это объяснимо, в то время Сочи был масштабной стройкой. С начала этого года поступило 55 тысяч обращений. Главным, что беспокоит людей, это электро- и водоснабжение города. Зачастую это бывают аварийные отключения, бывают плановые отключения. А сюда, в единую диспетчерскую службу, всегда стекается информация о том, что происходит в городе. Поэтому чаще всего диспетчер уже в курсе проблемы и знает, что отвечать звонившему. Телефон круглосуточной горячей линии главы курорта 2-64-04-44. А в летний курортный сезон связь с жителями Сочи усиливается. С понедельника заработает еще и мобильная версия горячей линии. По номеру 8-900-2-64-04-44 можно будет звонить в будни с 9 до 19 часов. Этот номер телефона находится в ведении Департамента городского хозяйства. Он подключен к популярным мессенджерам, чтобы направлять туда фото и видеоматериалы по вопросам санитарного состояния курорта, несанкционированных свалок и стоков, переполненных контейнерных площадок. В целом же с начала работы горячей линии главы города было зафиксировано 600 тысяч звонков. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.